Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Mental Memorial. Мы находимся в подвале. Зачем мы здесь, я, честно говоря, не знаю. Нам дали карточку, и вот я здесь. В конце последней серии мы нашли червя. Вернее, он нашел нас. Тот самый червь, который в первой пенумбре доводил меня до истерики. Он вернулся. Так, ну и давайте пробираться дальше. Скорее всего, здесь, среди этих химических отходов, и вот этого, несомненно, ядовитого и радиоактивного топлива, мы ищем противогаз, потому что на втором этаже у нас было место, где дышать было решительно невозможно. Давайте посмотрим, что там сзади. Да, вот тут водился червь. Куда он делся, непонятно, но, судя по всему, именно сюда он и пошел, потому что в другое место он бы не пролез. Так что пойдем, посмотрим. Что это там? Так, ну сейчас мы идем куда-то к офису какому-то, что ли, я не знаю. Куда-то сюда, в общем. С этого склада. И вот это вот, честно говоря, поверхность у меня доверия не вызывает. Так, это что? Мне не нравится такое большое открытое помещение. Ну, в принципе, здесь полно таких приятных уголков, где можно будет спрятаться. И сейчас у меня как-то... Раньше в этой игре я боялся колясок, боялся призраков, боялся непонятных скримеров. Теперь я тупо боюсь этого червяка. Если он появится, это все. Это капец. Сразу же. Кто здесь разжег этот огонь? Там же ясно написано в соседней комнате, что... Здесь может скапливаться взрывоопасный газ. Странные люди. Это поломанная дверь. Ссаный матрас из пенумбры. Старый знакомый. Внимание! Опасный газ. Не жгите пламя и тепло держите подальше. То есть... вот это нормально. Хорошо, окно, из которого льет солнечный свет. Что за окно, интересно, в подвале? Так, ну здесь ничего. Здесь как-то это лишнего засвечено, по-моему. Тот самый коридор. О, понятно. Все понятно. Мы почти вышли. Но что здесь? А, я понял, по-моему. Здесь... Это мы с той стороны, когда пришли в предыдущей серии в конце, могли видеть, что на другом берегу у нас вот что. Да? Нужно две канистры найти, чтобы включить эту машину. Чтобы он... А, запитать там, чтобы то, что находится. Хорошо, я не знал. Две канистры нужно найти. Канистры у нас, по-моему, сзади где-то были. Или те не подойдут? Так, ясно. Тут я, похоже, не пролажу. Тут я только застрять могу. Ничего более. Окей.
Где же мне взять эти ваши канистры? Назад, что ли, сходить? По-моему, я там видел. Или тут, вот даже в этом помещении. Вот это все, судя по всему, не подойдет. А то, что вот тут... История об этом умалчивает. Так, ну, давайте сходим назад, что ли. Попробуем. Все равно идти недалеко. Вот, допустим, это может одна? Ага. Может, на самом деле это оно? Давайте попробуем притащить. А с канистры-то я наверх подняться не смогу, наверное. По лесенке. Спокойно. Я надеюсь, сейчас ничто не вылезет тут. Как-то так. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Куда ты куда-то пошел? Ты ушел? Судя по всему. А вот, собственно, тот самый мостик. Нужно две канистры, чтобы запитать эту машину. Как мне это сделать? Куда вставлять? Хорошо, ладно. Где канистра моя? Куда она подевалась? Исчезла? Да не может быть, учу. Блин, как это произошло? Так, ладно. Я надеюсь, эта канистра не была действительно так важна, как я думаю. А, вот. Это я ее сюда кинул или что? Если я ее сюда кинул, я не удивлюсь моей внимательностью. Забыть об этом через 2 секунды, это уже, в принципе, вполне стандартное явление. Так, одна канистра готова. Вторая, возможно... тут мы ни одну не сможем подобрать. Это все пустые, похоже. Лады. Теперь двигаемся дальше, ищем вторую. Почему мне сразу не сказали, что нужно это сделать? Я бы как-то сразу посматривал. Только когда уже до конца дошел. Так, хорошо. Здесь у нас больше ни одной. Сохраняшечка. Это нам всегда пригодится. Здесь дверь вынесли. Как-то поспокойнее стало, да? Ну, это пока что, конечно, потому что в предыдущей серии было очень страшно. А сейчас у нас небольшое затишье перед бурей, я чувствую. Ничего, ребят, не волнуйтесь, но боимся еще. Так, здесь ничего? Ничего. Где может быть вторая? Есть мнение, что вообще не на этом этаже. Так, здесь нет уже? Нет. Окей. Хорошо. Но я чувствую, не тут.
Все, застрял. Туда мы никак не попадаем, я так посмотрю. Кто это тут, интересно, чаевничал? Ну ладно, пойдем дальше. Не знаю, где еще одна канистра. Какой яркий свет. Закрыто. Блин, да что же делать? Так, ну хорошо, давайте все подробно тогда обыскивать. Нужно найти еще одну канистру. Вполне возможно, что она вообще где-то там, около щитовой. Так что нам сейчас опять придется назад переть. Так, здесь точно ничего нет. Да? Да, здесь, если там, только он, я не думаю, честно говоря. И залезть туда слишком проблемно. Не уверен. Хорошо. Там наверх что-то какой-то такой неплохой колодец. Эти вообще не открываются. Все, пойдем назад. Здесь, потому что делать нечего. Здесь у нас тоже канистры нет. Хорошо. Здесь за дверью не лежит. Это глупо было бы, конечно. Но тем не менее. Так, хорош. Сохраняшечка. Каждый раз проходим, каждый раз записываемся. Хуже явно не будет. Так, ну и посмотрите просто, это же явно подъем куда-то наверх туда, да? Я думал, это будет именно мостик, но что-то есть ощущение, что мы выше поднимемся, если по нему пойдем. Сюда мы не попадаем, но это и хорошо, и более-менее логично. Так, начинаем обыскивать эту зону. Где оно, интересно, может быть? Здесь я точно не подбираю. Здесь тоже ничего. Ну, ладно, пойдем сюда. Я, конечно, очень не хочу этого делать. Ненавижу это место. Ай, блин, током шарашит. Ну, где же это? Здесь, честно говоря, сомневаюсь, что что-то будет. А, вот, смотри. Отлично. Так, потихоньку. С одной стороны хочется помедленнее, с другой быстрее охота выбраться из этого коридора. Там посветлее и маленько поспокойнее. Отлично. Так, заработало. Хорошо, что это нам дает. А теперь мне нужно идти туда, обратно что ли? Ладно. Я и не совсем понимаю, зачем я это делаю. Ну, раз просят, хорошо. Фух, так, я надеюсь,
Погнали. Я надеюсь, ничего не погоните за мной сейчас. Так, лады пока что вроде спокойно. Что? Что это нам дает вообще, интересно? Хуй твою мать! Да что ж ты делаешь-то? Вашу мать! Ой, 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 плевать! Ой, что это было? Поднимись куда-нибудь, я не знаю, мне пофигу. Ох. Я сначала подумал, это катсцена какая-то. Торопел просто. Так. Ну чё? Я вообще куда-то спрыгнул, просто в истерике. Он там еще нет? Ой, меня аж передергивает всего. Ну чё, пойдем теперь туда. Он просто спрыгнул. Вообще-то, ладно, хоть не завизжал. Ладно, который раз мы уже по этому коридору проходим за сегодня? 75 здоровья. Нормально. Сохранимся. Ты что, ушел там, нет, братюня? Он стоит там, прикиньте. Я уболезный. Мне тебя выманить как-то надо, что ли? Офигеть. Я не хочу туда идти. А что мне делать? Ну, сейчас побегу я, он быстрее, наверное. Или, может, мне мимо него прорваться надо? Что ты хочешь? Какой красавец, а? Что происходит вообще? Ладно, допустим. Ой, твою мать, ой, 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 уйди, уйди, уйди. Ой, бляха-муха. Игра-то какая-то больная просто. Че это было? Он сначала меня не трогал. Блин, мне уже плохо просто. Ой, так, ну и че смысл во всем этом? Какой? Он опять ушел там куда-то? Ну, поднялись, ладно. А, вот, смотри, еще кнопка. Ладно, что бы это ни значило. Это было очень странно. Как себя монстр вел, зачем вообще эту бандуру включили, для чего? Я не совсем понимаю, что мы тут делаем. Что-то тяжеловато идет. Давай, 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 только не упади сейчас. Давай, молодца. Так, хорошо. Блин, ну я что-то испугался, когда он бежал на меня во второй раз. Это было уже неожиданно просто. Я подумал, застрял, может, или еще что.
Так, и мы находимся. Где мы находимся вообще? Это что такое? Это подвал? Да, это обычный подвал. И сейчас мы поднялись где-то вот тут вот наверху, похоже, судя по всему. Так, по личным наблюдениям. Хотя, может быть, мы и вот тут где-то, не знаю. Японам, мать, это еще что такое? Офигеть. Все лучше и лучше. Что со светом вообще? Ой, у меня уж глаза болят. Это странно. Но здесь как-то более-менее спокойно, что ли. Ваза эта тут вообще не в тему стоит. Ладно, тут спокойно вроде бы. Хорошо. Давайте в женский пойдем. Водопрорыв. Что это там на стене? Труба такая. Лады, окей. Неважно. Свет просто ужасный. Очень некрасиво сделано. Ну да, учитывая общее качество модификации, можно простить и такое. Ну, ладно, вода течет в стену. Хорошо. С кем не бывает? Закрыто. Хорошо. Вот несмотря на такие косяки, пользовательские проекты, они больше всего эмоций дарят. Поэтому придираться к таким мелочам, это в принципе... Не стоит, короче говоря. Закрыто. Фу, показалось, стоит кто-то. О, офигеть, это где вообще? Так. Там комната работы с пациентами, судя по всему. Я, похоже, тут нахожусь. Если у нас дорога к лифтам. Или если мы пошли отсюда. А нет, мы отсюда пошли. Значит, сначала вперед сходим, а потом уже сюда пойдем. Дверь вообще. Завал. Блин, мне уже в тенях кажется, что что-то стоит. Так, хорошо.
Не бойтесь, не бойтесь, я видел, что тут лежит. Я просто осматриваюсь сначала. И здесь лежит какой-то шприц, что ли? Ладно, шприц мы не берем. А настойку здоровья с удовольствием. Так, и больше тут, похоже, ничего нет, да? Игра на самом деле довольно небогата на записи, записки там и тому подобное. Нас вначале маленько известили о том, что происходит в первых сериях трех где-то. А сейчас мы уже сами додумываем. Ну, какая-то больница. Тут, среди прочего, проводили опыты какие-то похожие. Ничего хорошего не вышло в итоге. Ушел. Видели, он только что зашел за поворот. Я, говорит, могу тебя видеть. Твою мать. Так, ну что, у нас остается дорога. Тут к лифтам. А, там операционная комната. Понятно, прачечная. Ох, не нравится мне этот коридор. Свернуть вообще некуда. Спокойно. Все хорошо. Закрыто. Не поддается. Помогите, кто-то кричит. Ой, твою мать. Ой, да что ж такое-то, блин. Ну, вообще замечательно. Блин, держись, братья. Подтягивайся, ну. Давай наверх. Ой, твою мать. Спокойно. Теперь что происходит? Шикарно. Чё, где, кто? Ой, 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 твою мать, давай, бегу, давай! Вон, мать! Плевать! Ой, вон, мать, чё это было такое на стене? Съел, лузер. Ой, блин, это было ненормально. Фу, так. Капец. Ладно. Наверх или вниз? Наверх. Я просто хочу уйти, я уже вообще не понимаю, что тут происходит. Чё это? Где это я был только что? Фух, так, блин, это, по-моему, было дико страшно. Это что, фонарь новый? Вы нашли фонарь. У меня уже был фонарь, если что. Это, наверное, более хороший фонарь. Мы нашли... Противогаз мы тоже нашли? Ну ладно. Индустриальная газовая маска. Вот, теперь у нас есть противогаз. Мы сохраняемся и давайте на этом заканчивать. Как видите,
Игрушка довольно кривая, но при этом крайне страшная. Блин, разработчики просто какие-то психопаты. Вот такие вот вещи, как в конце было, делать нельзя, по-моему. На самом деле, дурачком можно стать. Ну ладно, как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Приятно вернуться в Амнезию все-таки, черт побери. Надеюсь, вам понравилось тоже. Всего хорошего. Пока-пока-пока.